Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Если я мало ли опять это все без камеры, я прошу прощения, потому что хрен его поймет. Он что-то очень долго думал, прежде чем выключился в прошлый раз. И мы продолжаем проходить Rage 2. Надо было наоборот сначала сказать, что мы продолжаем проходить Rage 2, а потом уже про камеру, про все остальное. Я сейчас подумал, мы, наверное, поедем сначала, сделаем кое-какие дела. Да. Поедем в Уэйстланды. У нас же есть... А, кстати, во-первых, я место одно показать хочу. Хотя нет, сначала мы пойдем сюда. Пойдем-ка в эти канализации сходим. Это другие канализации, там их несколько штук, то есть там. И в каждой что-то свое. А потом еще и по заданию в них пошлют, короче говоря, по-любому. Давайте, давайте, давайте. Куда ты? Понимаешь, это просто кишки такие и все, но... Так, это сюда. Тут, по-моему, ничего, да. Я просто здесь грешным делом, каюсь, побегал. Очень хотелось побегать, а записывать было другое надо. Почему я филтритовыми стреляю? Кто мне скажет? Всякие припасы. Окей. Ребят, сюда идем. Красота. Собирается всякий мусор. То есть они как бы зачищены сами по себе просто задание, а потом появляется еще задание на то, чтобы зачистить их. Хера ты приземлился. А потом, говорю, еще отдельно появляется задание зачистить канализацию. Тут ни хрена нет, и непонятно, зачем это помещение вообще нужно. Ну, ответвление, в смысле. Да ёбаный свет! Чуть не особо понял, откуда они вылезли. Ну да ладно.
Зато вот еще Filtrit. Но пока тоже продавать не буду, мало ли. Потому что мы же потом еще поедем в другой город, вдруг там тоже что за Filtrit будет, какое-нибудь задание. Так, и теперь, сейчас, я прикидываю, нам надо... В принципе, по заданию, по-моему, да. Да. Нам к деду, к этому, но там по дороге еще будет всякое. Ноль из четырех, окей. Вот как? Он же в прицеле был, ну. $200, отлично. Во, здесь еще одна есть канализация. Сразу две подряд не швыряются палки. Кстати, в прошлой не было трупов. Но! Не-не-не-не. И в пятку нужно обязательно. Богатство всякого мусора. Не вылезай, мужик, не надо. Не старайся. Не утруждай себя.
А тут даже ни хрена полезного. Печально. Обид. Досадно. Ну ладно. Даба-диба-да. Воу. Придурки. Так, стоп, а мне не сюда в первую очередь надо. Ну, по заданию это сюда, но не сюда. В этом мужику боеприпасы, запасы привозили всякие разные. Кстати, вот здесь я чуть не посмотрел вообще в целом. Ладно. Блин, я в прошлой серии хотел еще пасхалку показать. Ну ладно. Там просто если его не это, не... не взорвать, то там потом еще какое-то время эту башню посадят нового. Странно, когда здесь тоже был, ну ладно. Появилось там улучшение? Night Blossom у меня. Почему-то нету, ну ладно. А прыгать, кстати, надо отсюда, вот я вспомнил тоже об этом уже потом. Вот и все. Наука сведет тебя с ума, да. Во! Ну, обратите на меня внимание, деденька. Hello again, my friend. Yes, my friend. Time to analyze exactly what it is you have here. Let me look at this. Ah, interesting. Very powerful stuff here. Bandits getting very clever indeed. What's this? Wait. I think I could... Hold on. Let me try something. Детский сад. Now look at this. That's something. Yes, you see, you have indeed brought me something of great interest and great power. I have been working day and night to create a new kind of weapon for the resistance. A weapon that would make even the authority grow cautious.
I have had some small success. Injecting simple chains of nanotrites directly into a subject, allowing them to be controlled. But it only works for a brief time. And I am afraid the controlled victim eventually reaches nanotrite overload and simply explodes. Messy, short-lived, but still within its limitations, quite powerful. But now, this toxin you have so thoughtfully brought for my inspection is exactly what I need to complete the formula. You just give me a moment here. Ah, yes, that is it. Давай, мужик. Я в тебя верю. Ты сможешь. Perfect. Really perfect. Perfect. Now, let me get it all packaged for you. And you can take it back. This is an important day for the resistance, my friend. So here it is. A sample bunch of mind control darts. Enough for the resistance to begin using and testing. And they should be able to easily replicate the formula to produce more. And now, here is where you come in. Find my friend Elizabeth Cadence. She will be in the Wellspring Bar. Get to her quickly with these darts. I know there's been trouble and she will need them. You understand? Okay. No. Good. Take care, my friend. Don't let the darts fall into the wrong hands. You must hurry. Every minute counts. Find Elizabeth and give her the darts. You must hurry. Every minute counts. Понятно. Не будет он останавливать нам ничего. Я ребенку херню, по-моему, все-таки за 20 фильтритов этого чувака купили. Наебали нас просто как дураков последних. Ну давай. Прикольно. Сейчас должны появиться еще задания на эти, на зачистку канализации. Как минимум на зачистку одной точно я видел, что задание появляется. Поэтому сейчас поглядим сначала лучше их, чтобы с канализацией как-то не затягивать. Heard people say that. Понятно, проебал диалог. Ну ладно. По-моему, там речь про то, что эти правительство кого-то ищет. You're pretty handy with those guns. I hope to see you again soon. Ну да. Две надо эти, и ту зачистить, и эту зачистить. Так, а ладно, хотя ладно. Care to browse my selections? Care to trade? Не, я хочу продать весь мусор, который я у них там насобирал. Так. Вот, а это что такое? Окей. А, кстати, пистолетные можно. Mm-hmm.
сатыгу оставить буквально. Косарик. Так, лазерный прицел на винтовку. У меня есть, да, какая-то мина коллекционная, видимо, очень дорого и очень все сносит, но играть я в это толком пока не собираюсь, поэтому. Так. Ага, вот. Что-то я туплю. Во-первых, нужно вот этого нам. Так, и... Ну, ракета, в принципе, все это и есть. Хм. Что ты еще хотел взять? А, во, вот этих хотел взять. Еще их набрать максимум, сколько его. Но еще не все, можно еще набирать. Ну и ладно. Good day to you. Так, поехали. Надо с обычными гвоздями пострелять. Странно, почему-то появляются эти задания только после того, как ты ее уже зачистил. Ну, да ладно. Ребята-демократы. Но, по-моему, их здесь полторы калеки всего. Ходит после... После всех этих моих приключений. Кек? Не надо мне кекать тут. Упс. Кстати, не могу еще собрать. А, кстати, я могу болты контроля разума собрать. Вот куда надпочечники мутантов будут. Окей, давай, давай сделаю. Машинки нет, динамитные не могу. Вот, палки давай сделаю. Турель, паучок. Да, турельку сделаю, потому что он... вот эти вот штуки, которые специальные для турели, они кроме как на турели, собственно, никуда и не тратятся, что логично. Давайте, ребят, все сюда. Но лут второй раз уже не лежит. Сука, ведь можно успеть его достать, ну? Я проверяю на всякий случай, мало ли. Потому что где бы и было логично эти двери открыть, именно вот на задание. Yeah.
Я зачистил, я молодец, я сделал. Ну и сразу сейчас вторую пойдем зачистим и все тогда. Да что ты, ну куда ты меня ведешь? Охуеть! Вот как это можно было промазать, объясните мне. Там же по определению промазать невозможно. Но зато в трупах обновился. То есть если успеть, палку забрать эту можно, но если он начнет растворяться, все, эта палка сломается. Так, сюда. Или сюда. Ну, в смысле, появится тут кто-нибудь или нет? Нет. То есть получается, наверное, что сначала ты ее разведал, эту территорию, а потом уже. Пацаны! За что мне засчитали сейчас задание, если я еще нихера не это. Я еще не ушел отсюда. Главное, на меня еще бежали, самое интересное. Враги. Ну и ладно. Видимо, он уже понял, игра такая. Он их убьет, все. Не парьтесь, парни. Это специально против машин, то есть она... Да, надо подержать, и потом она, значит, наводится.
Кстати, интересно, за них дали или нет? Сколько у меня черепов? В смысле, не сколько у меня черепов, а... А когда я ехал сюда, я несколько штук побил. Вообще нихуя не понял. То есть за них еще не за всех типа дают, только там... Да. Не, неплохо, чё. Это было обидно, вообще-то. Скажу. Ай, бля, скажу честно. Resistance has been fighting the authority more and more. Between you and me, I hope they win. Я никому не скажу, мужик. Think you're up for a little one-on-one? Now, as you already know, I'm the best driver in town. But sometimes I like a little challenge, a little one-on-one. So here's the rules. You beat me in my challenge, and I'll give you a nice upgrade of that little piece of junk you drive. You up for this? Ну, давай. Давай. Good. I always like beating the rookies. Дебил. Дасти номер 8. Три круга. Только мины и все? Или с пушками тоже надо? Не, пушек нет, отлично. Что-то мины его, походу, не особо тормозят. Лузер. А, магнум. Это такой таран. Ну, неплохо, окей. Посмотрим, как он себя покажет еще. I don't know how you beat me. Must be something wrong with my car or something. Да-да-да. Именно так, мужик, да. Parts for sale here. See anything you like? Так, мне бы... Не, мины не хочу. Nice doing business with you. Так, нет, сюда пока все.
I need the road safer. For every... You have something from Kvasir? It's not safe to talk here. Follow me. Okay. This way. The bar isn't safe. The authority has ears everywhere, and anyone could be an informant. Например, you probably have a lot of questions, but now is not the time. We've had our eye on you from the start. Many of your kind ally with the authority, so I had to make sure that you didn't fall victim to Cross's propaganda before exposing our movement, the Resistance. You've developed quite a reputation with the settlers. The Resistance could use a man of your skill for an important mission. Captain Marshall, our leader, has been taken prisoner and is being held in the old prison. I don't know how long they'll hold him there. And we can't get anyone else here in time to help free him. Not anyone with your kind of experience. We can't let them transfer him to Capital Prime. The Resistance would be severely damaged. So, that's what I need from you, stranger. Rescue Marshall before he disappears forever. Can you help us? Good. You'll need the security access card. It'll get you through the perimeter gate, but keep an eye out for enforcers. The authority has increased patrol since Marshall's capture. Oh, and don't forget to use those mind snare darts Kvasir gave you. The enforcers may look like robots, but inside all that combat armor, they're still flesh and blood. Good luck. Куда пока не пустят, да? Ну окей. Я думаю, мы успеем еще одну гоночку затащить. Пойдемте. ТФ-5. На всякий пожарный. Care to look through the list of events? Да, вот эти я вообще еще не проходил, так что. Drive safe. Известна же трасса, но в обратную сторону. Пятнадцать штук. Ну и но. Че я на 15 могу взять? Parts for sale here. Care to browse my selections? Так. А, не, мне нужна на Куприна. А на Куприна я ничего не могу пока поставить. Да. Drive like you mean it, friend. Да, а еще я не прокачивал себе другие тачки. Хотя нет, давайте я здесь и сохранюсь. Look no further than here for all your vehicle needs. И в следующий раз, короче, гонки, с гонками немножечко позанимаемся.
А пока ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзору фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, Роза Процесс и Cup of Creep. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. И рассмотрите возможность поддержать канал материально. Ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому ролику. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока.